Руки в перчатках, в руках отвертка. Чтобы показать зрителям секретный экспонат поближе, Валерий Кабринец, научный сотрудник Музея Белорусского Полесья, снимает защитное стекло. Под ним экспонат – Вильбарская чаша, единственная в музее. Это памятник, который переносит нас на десятки столетий назад, во времена передвижения германских племен по территории Восточной Европы во II-IV веках. Экспонат относится к вильбарской культуре, археологической культуре Железного века в Северной Польше и Юго-Западной Беларуси. Появилась в 20-х годах II века, просуществовала до V века. Перед взором посетителя – погребальная чаша. Экспонат собран из кусочков, и этому есть логичное объяснение. В могилу ложилось не один предмет, а несколько. Так, например, из таких вот чаш, кроме нее еще могло быть 2-3 предмета. И человек после смерти мог ими воспользоваться. А для того, чтобы воспользовались, очень часто эти чаши разбивали. То есть считалось, если предмет умирал в этой жизни, то после смерти им можно было воспользоваться. Чашу нашли в 1954 году. Тогда на грунтовом могильнике близ деревни Велимичи Столинского района велись раскопки. Найденный могильник относит к первому веку нашей эры. Экспозиция Вильбарской чаши завершает серию выставок одного экспоната – проекта «За кулисами музея».